Ведущий на профит, приветствую тебя. Привет, друзья, дамы и господа, рад вас их видеть. Лайки, подписочки, колокольчики. Нажимаем, дожимаем, прожимаем, начинаем. Сегодня 4 июня. Давайте смотреть, что у нас по биткоину и криптовалютам. Как хотел, взял вот такой вот лонг. Меня смущает то, что отрицательная ставка финансирования. И, ну, ратио 67%. Немножечко мы, конечно, охладились на, получается, на 6%. В идеале, конечно, было бы дождаться там 7-10%. Вот, поэтому я думаю, что еще небольшое возобновление покупателя, чтобы вот эту вот слабую зону проторговать, раз мы уж начали об нее биться, вряд ли мы здесь остановимся, мы проторгуем всю эту слабую зону и прийти куда-нибудь на 27 500, 27 900. С этой целью я беру, вот у меня сейчас шорт висит, на 1/2 от объема этого шорта я взял лонг, то есть небольшой, с хорошим соотношением. По идее, конечно, вообще в идеале соотношение стоп ставит 26-450, этот стоп наверняка снесут, но брать там сделку, например, с этих же позиций, вот с таким риск-менеджментом 1 к 1, да, даже 0.9 получается, ну даже пускай вот один вот так вот сделку отвести, я не вижу смысла. Потому что смысл там несколько сделок таких, и даже если ты выйдешь в ноль, там на комиссиях сколько потратишь, поэтому вот такую вот сделку я провожу 2.5 к 1. Это, наверное, все, что я хочу сказать на начало недели завтрашней, потому что откроемся на бирже 27300 наверняка, как по ЦМЕ еще 27100 цена на деривативах, на 27300 цена на ЦМЕ, на котором мы остановились в пятницу. Опять же, если посмотреть микроэфир, то тут какие-то в оверлонгах стоят позиции, то есть вот как раз таки шорт по эфиру я бы не рассматривал, потому что у управляющих 2200 здесь по микроэфиру и по эфиру тоже почти 700 контрактов, в то время как в битке-то они заранее в шорт встают. Вот такая вот штука. Поэтому, например, альты многие, я вот говорил в трансляции, в стримчике, какие я в шорт взял. Но вот конкретно эфир я не знаю, после таких вот устойчивых позиций, которые уже несколько недель в лонгах, возможно, какой-нибудь будет именно шорт-сквиз на альтах, а-ля альт-сезон начался. Вот в то время как биток будет ходить не так высоко. Ну, в общем, пока так. Давайте почитаем быстренько комментарии. Я даже прогноз, как за лучший все время. Сейчас говорим по АТЛ. Скажи что-нибудь про новый от альтов, куда полетят и насколько. Альты я не знаю, куда полетят. Я пока вообще, ну, как бы АТХ для альтов, я не знаю, там взять, ну, вот Атом, да, который более-менее из альтов более-менее смотрится. Дай бог, он вот из этого всего зажима выйдет к началу зажима. Вот это вот. Дай бог 17 сделать. А о том, чтобы он сделал 0.44, даже не знаю. По мне, как хорошая вероятность, аптраст вот здесь сделать, да, дефолт вообще скам всего рынка, ну блин, вот если так вот просуждать очень долгосрочно, да, вот такое вот что-то сделать, тут продолжить накопление и уже выход вот сюда, да, и вот здесь вот, вот через такой очень тяжелый рынок где-нибудь там, я не знаю, в году 25-м, в конце 24-го прийти и нарисовать какую-то форму. На многих альтах будет здесь перехай, на многих альтах не будет перехая. С этим нужно смириться. Непонятно, каких будет, на каких нет. Иногда команда хорошая, фундаментал хороший, но там токеномик страдает или еще что-нибудь, или маркетмейкер. Ну, в общем, не факт, что многие альты сделают перехай. Привет, на ЛТК на недельке может ускорение ракета. На лайткоине на неделе дефолт вниз я жду глобально, но не среднесрочно. Среднесрочно там чего угодно может быть. Тут, к сожалению, на Binance надо смотреть. Вот. Вот такая вот штука по альтам, точнее по лайткоину. Вот этот уровень я бы, наверное, рассматривал, если будет какой-то сквиз на альтах. Ну, конечно, это очень мощный. 30%.
Ну, этот максимальный уровень, который я рассматриваю на лайтке. Так, надеюсь, выше 27400 не сходим. Да, сходим, я думаю. Но на всякий случай шорт тоже держу. И шорт у меня в два раза больше, чем лэнг. Пропустил мой комментарий под прошлым видео. Лайк поставил, пропустил. Повторюсь, как ты думаешь, про ратио мод подкрутить и какие объемы на бирже, как и объемы на бирже или нет? Но на Binance биржа не подкручивает, я думаю, вряд ли что там подкручивают. Просто они делают комиссии пониженные, там начинают крутить объемы, да, для того, чтобы взять какой-нибудь бриллиантовый уровень, платить меньше комиссию или что-нибудь такое. Ну, короче, там всякие баги, фичи и так далее. Про то, что крутят ратио. Ну, блин, я не думаю, что Binance нужен какой-то скандал в связи с этим. Я думаю, что ратио начинает кривить именно из-за того, что очень много ботов. Им зачем накручивать ратио, если они могут просто как бы позицию по ботам и маркетмейкерам играть с этими позициями и вводить то ботов, то еще кого-то. То есть разрешить, например, более мягким сделать правила для алго-ботов, ну, для алгоритмов. Вот, и, естественно, боты тоже попадают в эту ратио и начинают, ну, у тебя ратио работает непонятно, люди это или боты скупают просто. Вот в чем дело. А так подкручиваю тебе там рисовать специально. Ну, зачем очередной скандал какой-то Binance, который так уже торпедируется со всех сторон. Так, посмотри, DXY, скажи перспективно несколько месяцев, что думаешь, пожалуйста. По поводу DXY. Вообще, похоже, конечно, на образование будущего зажима, но пока что его нету. Да, а именно раз касание, два касания, но по двум касаниям зажим не строится. Поэтому пока что можно предположить только у будущей формы, возможно, уже кульминация была. С другой стороны, тест еще один раз кульминации, да, вот куда-нибудь сюда. Я думаю, что может быть. Немножко похоже, как и предыдущий цикл, вот такой вот, да, вытянутая форма. То есть вот эта вот форма, вот это вот так вот. И сейчас вот эта вот форма у нас рисуется, и она может продолжиться. Ну, то есть там двойная вершина, даже может быть тройная. Вот что-то такое. Только потом раз, отбой, двас. Как-то вот так вот. Просто еще какой-то конкретной формы я здесь не вижу. Так, с 5 числа презентация яблок, по традиции слив, может быть, а может не быть. Стрим с Ареночем, умоляю. А какая у нас тема будет разговора? Пишите темы разговоров. Со всеми сделаем стрим. Вот кто не напишет, со всеми будет, ну, нормальными, только вменяемыми персонажами. Давайте вниз, охота откупить монетки у хомяков, господи. Понедельник откроется с Гэбом. Посмотрим, какая я ванга. Секс. Бабчи можно найти на Твиче. Да я знаю. Это. Когда был-то этот Капитан Скам. Группа создалась, и там и Бабич отличился. Он, походу, деньги фармил. Ну, то есть не фармил, а деньги давал Прайму. Прайм его кинул. Вот. И это тоже можно обсудить. Не знаю. Есть у него телега? Нет? Спросите, пожалуйста, кто на него может выйти. Я не знаю, как на Твиче писать. Меня там вообще нету на Твиче. Я ни разу ничего никому не смотрел на Твиче. Я знаю, что такое Твич, но я ни разу им не пользовался. Вот, поэтому... если можете спросить, узнайте, если он согласен на интервью там или стрим. Этот неограненный бриллиант срочно нужно хватать Бабичу. И делайте с ним контент. А так-то я знаю, что я не могу, как я ему напишу на Твиче. Он раньше в телеге был, у него был канал Трейдинг Зло. Сейчас этого канала нету, я не знаю, как даже с ним связаться. Вот, ладно. Лайки, подписочки, колокола. До новых встреч, да пребудет с вами прибыль, пока.